честнейший Херувим и славнейший без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Спасибо. Это Володя сегодня вторник, едет хлеб стряпать, и там у Игоря что-то перевезти требуется, вот эту тачанку взять с собой. День такой, даже боимся открывать сараи. Пасмурно, время от времени моросит. Это вот человек не знает, ну, где, как. Мы сейчас увеличим здесь. Вот сюда подъедет он сейчас и простится. Игорь подъехал, Дебунов, он его возьмет. Сегодня у нас уже 23 апреля 2024 года. Игорь тут подводит жену Марию на работу. И вот он сейчас, вот как три поклона, настоящих поклона. Так, Заворину отбирает, открывает. Как правило, рукой помашет, и все. Это Владимир Александрович Пащенко. А там Игорь Владимирович. Сейчас он туда погрузит тачку нашу. Хорошо жить, братья, вместе. Все. Все, грузит туда. Собачки тут у нее гуляют. Игорь пускает их, они сами не убегают никуда. Все. Вот куда-то поперлось. Благослови, Господи, чтобы никаких аварий не было. Слава Божию, так рюкзак свой снял, дверь закрыл, собак садить сейчас надо. Все, сел, с Богом.